Привет, привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал «Видео спросите у Татьяны», где мы говорим о самых интересных аспектах русской грамматики и лексики. Сегодня мы с вами смотрим слова «область» и «отрасль». Область и отрасль. Какая разница между этими словами? Два эти слова значат «сфера», какая-то сфера. То есть какая-то зона интересов, зона знаний. Но какая разница? Во-первых, область может быть просто регион. Это может быть географический регион. Например, Архангельская область, Нижегородская область. Это регион в России. Например, я родилась в Архангельской области. И потом я 3 года жила в Нижегородской области, то есть область – это регион. Хорошо, теперь посмотрим на ситуации, когда эти два слова почти идентичны. Область – это значит сфера интересов, сфера какого-то интереса или какого-то знания. Компетенции – это область. Это обычно что-то абстрактное. Например, я ничего не знаю об этой области науки. Наука – это физика, химия. Я ничего не знаю об этой области. В области науки я ничего не понимаю. Или я ищу работу в области маркетинга. Я ищу работу в области маркетинга, то есть в сфере маркетинга, например. Это область. Отрасль – это почти идентично, это похоже. Но отрасль обычно это или индустрия, промышленность. Промышленность – это индустрия. Или это наука. Наука – это химия, физика, социология, тоже наука, да, это либо индустрия, либо наука, очень специфичная отрасль. Например, мы можем сказать, в этой отрасли развитая, нет, в этой стране очень развитая нефтяная отрасль. Посмотрим вместе. Развитый, значит, прогрессивный, развитая. Отрасль, мы сказали, это сфера индустрии. И нефть – это такой ресурс, обычно черный, который у нас в машинах, и тоже пластик – это нефть. Значит, нефтяная отрасль. В этой стране очень развита нефтяная отрасль. Также можно сказать, например, животноводство – это отрасль сельского хозяйства. Мы видели слово «сельскохозяйственный» уже в моих видео. Сельское хозяйство – это агрикультура. И животноводство – это когда мы делаем животных, чтобы потом получать молоко или есть их. Да. Значит, животноводство – это отрасль сельского хозяйства, потому что здесь это как индустрия производства. Это отрасль. Значит, обычно мы говорим «область», когда это что-то абстрактное, когда мы не говорим об индустрии, о науке, мы говорим «область». Да? Например, я бы хотела больше узнать об области, об этой области науки. То есть об этой области, значит, об этой сфере. Но когда мы говорим о конкретной науке, мы говорим отрасль часто. Например, нефтяная отрасль, сельскохозяйственная отрасль. Когда это индустрия, это отрасль. Когда более общее, это область. Вот так, дорогие друзья. Я надеюсь, что вы поняли, потому что это так непросто. Пишите ваши примеры, и я вам напишу
правильный это пример или неправильный. Практикуйте русский язык. И приглашаю вас на мой сайт. Смотрите у меня на сайте упражнения на перевод, транскрипции и, конечно, мой клуб «Русская дача» только для самых позитивных и мотивированных, где вы получаете видео и подкасты каждые 5 дней. Спасибо, что смотрите. До скорого. Пока-пока.